Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Давайте выполним упражнение номер 4 на странице 74. Прочитайте загадку. Какие слова употреблены в переносном значении? Как вы это определили? Кто всю ночь по крыше бьет, да постукивает, и бормочет, и поет, убаюкивает? Отгадкой к этой загадке будет слово «дождь». Теперь давайте найдем слова, которые употреблены в переносном значении. В переносном значении употреблены следующие слова, относящиеся к слову «дождь». Дождь бьет, дождь бормочет, дождь поет и дождь убаюкивает. Эти слова имеют переносное значение, потому что они в обычной речи, в прямом значении, относятся к действиям человека. В данном случае они относятся к дождю. Поэтому в этом случае данные слова имеют переносное значение. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.